Ну что, друзья, All-Star Team Up. Сейчас мы посмотрим, как нас раскидают по командам. Неплохо бы, конечно, кого-нибудь. Сейчас взять такого звездного из прошлого игрока. Единственное, что, наверное, такими игроками, как Стоктон, Тим Хардвей, наверное, не получится играть. Оля, он проснулся. Так, друзья, ну меня почему-то сюда поставило, вниз. Ну давайте я внизу сыграю. Мэджик Джонсон, Джерри Уэст. О, Джерри Уэст, кстати, это хороший вариант. Мне очень нравится. Джерри Уэст 72. А каким лучше-то играть? Джерри Уэст 65. Да, интересно. Тим Хардвей. Джон Стоктон, кстати говоря. Джейсон Терри какой-то пес. Вот этот Джерри Уэст, по-моему, идеален. Да, нормально. Сыграть за Шака? Посмотрим. Поехали, друзья. Итак, друзья, за мою команду играет мистер Сплэш, Артур, Максим Бондарев и НБА Маньяк. А за противоположную команду играют три игрока. Вот так плохо получилось, конечно, но посмотрим, что из этого выйдет. Не всегда искусственный интеллект. Артур, реши, пожалуйста, проблему с микрофоном, либо отключи его. Очень много спама. Вау, хороший бросок. Артурчик или кто там спамит в эфир? And it's Iverson in at the two guards. Кто за Дюранта играет? Here's Irving. Following the basket by Kobe. Дюрант, отключи, пожалуйста, звук микрофона. Fires from the wing. Есть. It's rebounded by West. It's Durant on the wing. Артурчик. Артурчик, что-то там не слышит меня вообще. Can't get it to go. Good work defensively. Ладно, я решу эту проблему, если она будет повторяться. Вот это был странный бросок Артура. Может, он не видит просто, что его обороняют там. Вау, Айверсон. Да, да, ты меня слышишь? Сейчас слышу, Артур, отключи микрофон. Жесть вообще. Брайан, красавчик. Артурчик. Артурчик не слышит меня. Ну, подождем еще маленько. Мистер Сплэш, подожди. Почти, почти ушел мяч. И? Мистер Сплэш, точно. Тебе голос в голове говорит. Интересно. Брайант got 7 points. И. Артурчик. Артурчик. Не слышно. Вау, не попал, да ты шутишь. Коби зря. Ну, Чемберлен должен тащить, Чемберлен. Сейчас будет пауза, друзья, я тайм-аут возьму и Артура заглушим. Потому что реально спам много в эфир. The drive by Iverson.
Irving dishes to Anthony. Three-pointer. Nice D from Durant. Yep. Durant on the way. Ну, сейчас хорошо было. Артур, ты меня не слышишь, да, реально? Да, но сейчас слышу. Отключи, пожалуйста, микрофон. Хорошо. И есть наш мяч. Нормуль, то, что нужно. Пейтон лучше бы зашел. А, Пейтон, да, кстати. А там был Пейтон, что ли, да? Можно было выбрать. Что-то я не заметил Пейтона. И в итоге меня минуснули за то, что я там подстраховал. На периметре. Алло, алло, алло. Да-да, слышите. Ну чё ты меня вообще не видите, я из-за слов не ставлю, блин. Ну, видимо, невидимый ты. Кто там? Гриффин? Обидел Хорфорда? Well, I love the fact that he's fighting hard on the boards, but, you know, you gotta be smart to over the back, that's an easy call there. Артур опять включил микрофон. Артур, отключи микрофон, пожалуйста. А, and that one's good, Iverson. And the West All-Stars have possession. Chamberlain with a screen on Irving. Kobe passes to Griffin. Bryant drives in. Bryant красавец. Lays it up, and despite of the excellent... На самом деле, Илья. Да. Я понял, что это. Что? Нет. Видео сохрани потом. Да, обязательно. Anthony shot is off. Using his strength nicely there to ensure the rebound. Good work. Kobe dishes to West. Here's Durant. Вот это то, что Дюрант не попал, это вообще просто бред. Я вам серьезно говорю. On the wing, Bryant. Another shot. Красавец. Бryant что-то в ударе сегодня вообще. Кто там за Bryant играет? And it's 13 points for Kobe Bryant. You know, the height difference there is может, huge, Максим? But he canceled it out with great body control in the air. У меня что-то из идеи только Максим. Еще мистер Сплэш. Кирилл, привет. Я за Блэшка. Да, я понял. Курсы. А вы смотрите, не устает. Мне еще нравится, он не устает реально. Вообще класс. По сравнению с Леброном, просто машина вообще. Yeah, they're a well-oiled machine there. I mean, they keep the ball moving, they keep themselves moving, and as a result, they're piling up the points. Классно. Айверсон, на самом деле, самый улетный он. Из всех ПГшеров, наверное, здесь. Не знаю, кто еще лучше может быть, чем Айверсон. Гриффин. A little overeager right there. Left his feet too early. And if you're already boxed out, you got to try to work to get around. Otherwise, it's a sure foul. Вот это пас. Как он его не перехватили, я не знаю. Miller's checked in for Griffin. Подожди, сейчас я тебя сдам for Durant. And a switch here also for the East. Bell's checked in. Ой, блин, не туда отдал пас, куда хотел. And now the fast break. Bell with the ball. No good from Gasol. Как думаете, кто подобрал? Давай навес, поехали! Черт. Обидно. А было бы хорошо. Boy, just a brain cramp, guys. I mean, that should have been the simplest of exchanges. They really want to find that igniter here. Yeah, that's right. Фон, там, Kevin, the нормальный. Offense has basically been running in place. They gotta get Круч. Going. Крут. Let's go to our sideline reporter Doris Burke. Doris, what do you have? Не догоняет. Hi, Kevin. Well, Kevin Durant, the league MVP last season, and that was certainly a goal of his. He said he wanted to be the greatest player in the world. Хороший бросок. Блин, а почему он в щит-то попал?
И наш мяч, естественно, я так классно лагал. Понятно, у всех лагает. Третий кабуку, вот. Так, не слышно, все равно ничего не спамьте эфир. Непонятно. Тут из-за связи. Третий игра будет. Нет, третий это шума. Подожди, Chamberlain with a screen on Irving. Miller with a wide open. Забивай, забивай, ты че? Chamberlain, the best. To Kobe. Inside. And that goes out of bounds. And they retain possession. And the East All-Stars making a change here. Iverson's checked in. Now Miller. Five on the clock. Shot off the screen. Нормально. And he knocks down the jumper. Now the East All-Stars with it. Only given up 2 points this quarter. And there's the call on Durant. That is his first foul of the game. West is checked in. Ой, какой пас шикарнейший. Конечно же, Вест подбирает мяч и... Куда пас, 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 ребяточка. Пас. Блин. Как они его перехватили? Мне кажется, Дюрант хорошо открывал. Так, мне придется сейчас, наверное, все-таки создавать. Отлично, перехватили. That's good. Anthony's got 5 points so far. Илья! Что? Так, все. Закрываем этот непонятный. Все, поехали. Невозможно. Слишком много шума из ничего. Так, Синклер, Уэст устал, Миллер. Уэллингтон есть, Синклер. Давайте Уэллингтона, наверное. Там еще у нас есть. А почему народ не меняет вообще никого? Почему? Миллера, что ли, поставить? Ну, давайте Уэллингтона. Не, сегодня больше не будем играть. Singler, he's checked in for Durant, and Ellington is subbed in for West, and then for the East. Так, не торопимся, Либро. О, yes. Вот у нас то главный-то бомбило вообще в игре. И есть, он защищался. Круч, 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 круч. Yeah, he did. It was a great dunk and also a great game we've got here. Singler dishes to Miller from 15 feet away. East grabs the miss. Что это был за 99-й нигер? Got three rebounds now in this one. Bell with a screen on Bryant. And Bell kicks to Gibson. And it's going to be two free throws. Drew contact on the shot. Well, probably the right play defensively. If you can't get the block, send them to the free throw line. Don't give them an easy two. No easy buckets inside. Force free throws and work to keep them out of the lane next time around. West has checked in for Wayne Ellington. And the East All-Stars also making a switch. Ну, тот, кто давал пас, не виноват. Это игра такая. Тут, тут такой бред постоянно происходит. Lucky it didn't wind up as a steal. Well, it nearly did wind up as a steal, but no harm. Wow, wow, wow. They hang on the possession. Я как раз хотел отдать пас на Davis has checked in for the West. Нашего друга. Артура. Пас же, пас. Сейчас 99-й номер у нас шалит сегодня. Главное хоть пробивать будет штрафные. А ведь мог и не пробивать, игра-то такая. Она. Это макс, кстати. Игра может не дать фолы. То есть тут слишком рандомно так кидать. Что все в разных формах? Ну, в тех командах, каких они играют, такие формы дают.
55 seconds left in the first half of the game. Iverson with the ball, picked up by Bryant. And they double up Iverson. Отлично. Да, Брайан тащит вообще нереально просто. And so here are the West All-Stars. And the West All-Stars with possession. The wide open look for Durant. The quick look no good that time. And Allen Iverson good for the three. Nice. Iverson's got 7 points. You know, the first thought from the defense there was to protect the rim, so that's why he was open for that transition three. Вау, ну блин, ну почему фолы-то? Почему не забить эндуан, я не понимаю. Ну, это, конечно, не вина абсолютно игрока. Ну, блин, в жизни бы он эндуан точно пульнул, а то и просто забил бы. Айл Зинглер, он чекнул для Вест. У нас напряженный матч, это интересно. Наконец-то у нас нормальная игра пошла. Потому что в прошлый раз, конечно, это было ужасно. Кайри, Кайри. Мистер Сплэш. Bryant has the open look. And the foul called on Pau Gasol. Ой, как хорошо-то. Как же нам повезло с Газолем-то. Когда следующая сходка? Ну, когда-нибудь скоро, наверное. Ну, что, это только половина. Постараемся сейчас затащить. East All-Stars ahead. Up four. We're gonna step away briefly, but get you right back. У нас, кстати, два маньяк, два очка забивает и топ перформанс. Ну, может быть, за счет того, что он постоянно заслоны ставит. Есть у меня такое предположение. Third quarter starting here now. You look at Kobe Bryant in this game. I mean, he has been everywhere. And what was most impressive was that his decision making and shot taking was very disciplined and efficient. Really, an excellent half. Yeah, that's exactly right. Whether it's been from mid range or in tight, he is taking only. Ой-ой-ой, хорошо так. Блин, ну Хорфорд же. Ё-моё, эй, Дюк. О, Газоль. Check out the lineups courtesy of Gatorade, all fueled up and ready to go for the second half of basketball. Не надо, не торопись, братки. Плохой бросок. Я на самом деле не ожидал, что он успеет. Это был навес, случайно попавший в корзину. Yeah, he put himself in great position to finish that break off, guys. Yep, right to the rack. Ох, Артур хорошо встал. And he gets it to go. Well, I like the way he orchestrated in tight that time, fellas. Anthony on the wing. Back to Irving. Ой-ой-ой, из-за пинга я просто не успеваю к нему. Offensive rebound. Back to Anthony. Fires the three. Отлично. The West All-Stars pull it in. Ну, это хороший пас. Но игра не хороша зато. Нет, в таких ситуациях нельзя кидать. Какой, на какой позиции начать играть? Ну уж точно не СФ, наверное. ПГ или центр, наверное, оптимально. Вот это было круто, реально. Iverson's got the lead up to 8 now. For the East All-Stars. Two minutes into the second play now. Я не понимаю, как такие пасы идут, а? Да, это, конечно, фейл мне вообще. Макса только тащит вообще, смотрите. Врет победу из рук вообще. Обалдеть, у меня подборов больше, чем передач. Kobe having just a fantastic game.
He has 18 points, and from long range, he's hit one three-pointer. Приятно. You'd expect by the end of this game, I'm sure the numbers are going to look even better. Now let's send it to Doris from the sideline. Well, guys, the Cavs' David Blatt, the first ever NBA head coach directly hired from the international ranks. Though he grew up near Boston, a diehard Celtics fan, he represents all the aspiring NBA coaches from abroad, saying, quote, I feel a great sense of responsibility. I feel like I've got to do a good job. Kevin, he certainly got the personnel to do it. A roster loaded with talent, Doris. Indeed. Thank you. It's Bell on the wing. Shot clock at six. Looking to get it going. Wow. Shot's good by Anthony. Ничего себе. Круто вообще. Anthony's нереально просто. Points in the game. Ладно, попробуем, давайте на Коби. It's Kobe Bryant on the wing. На него вся надежда сегодня. Как красиво, а? Слушайте, ну Коби не остановить вообще. Well, he's been a real positive factor for them today, although, you know, as a team, they've had a lot of negatives mixed in there as well. Пинг вообще жуткий. Irving passes to Carmelo. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Зажали, отлично. Отлично. And here are the East All-Stars now. Да, надо же, наш, не наш мяч. Picked up by Kobe. Нормально. Подбираем. Takes a three. Ellington grabs the miss. Well, that's a surprising miss right there. He usually feasts on those wide open opportunities. Я удивлен, что мяч прошел. Я думал, уже перехватит. You know, Clark, when it's a tight ball game like this, he's the guy they want with the ball. Yeah, you got that right, Kevin. He's such a reliable finisher. And that one's good. Нехило. Вообще, got eight points. Boy, you found the perfect spot. Пас, наверное, надо отдать разыгрывающему, как ты считаешь? Макс. Макс. Dishes it to Ellington. Let's it go from the wing. Да ладно. East grabs the miss. Как он так промазал-то? Got rebound number 8 here tonight. Ничего себе. Эллингтон промазал абсолютно один. Anthony with it. Picked up by Kobe. Anthony Есть же. And it's blocked by Chamberlain. 3 second difference between shot clock and game clock. Offensive rebound. Outside Kobe. Kobe. Offensive rebound. Chamberlain kicks to Durant. Все уставшие, но не попадете вы ни за что, ребят. Когда Gatorade горит, все, это туши свет. Flushes it down to finish the break. The defense looking a little bit dazed. Go down there. Как такой пас дать далеко? Просто давайте все. Ну что, надолго ли у нас затянется тайм-аут? Или все догадаются нажать кнопку круг? Почему-то не догадываются, я не знаю почему. А еще будет интересно, догадается ли человек скинуть мяч с периметра. Грамотно сейчас. Не знаю, кто будет скидывать. Давайте еще разочек. Последний тайм-аут возьмем, чтобы все передохнули. Давайте, ребят, все скидывайте, нажимайте кнопку круг. Тайм-аут не будем ждать. Передохнули и хватит. Девушки танцуют. Уж и станцевались, устали, говорят. Ребята, кнопочка круг. Нажали, отменили тайм-аут. Пусть чай попьют. Да, пускай попьют. Привет, Гориллас. Да уж заканчиваем давненько, да. Давай, 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 давай. Ну! Ну это что такое было вообще? Зачем так подставлять-то всех?
Я не понимаю, что происходит. 5 seconds left to play in the third. Here's Iverson. Кто у нас там уснул-то? Если сейчас еще уснет, то это будет вообще, конечно, фейспалм. Макс, давай! Тащи, брат! Да, Макс сделал это. So that's his on the floor for the West All-Stars. How huge has he been, giving his team the lift. Without his work offensively, Steve, I don't know where they'd be. Shooting at great efficiency. I don't think they'd have a chance without him. Навес. And here they come. Bam. Плохо. Boy, you gotta love the picture-perfect alley-oop. A little surprise, though, Clark. He didn't go for the big slam, but it works just the same. You know what, too. Yeah, but it no. makes it nice, 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 nice. Pass, 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 pass. Power is the way I see it. Bam! Ну что, мы почти приблизились с ним. Одно очко ближе. That's demoralizing. They needed a stop there, and instead they give up 3 points on an open look. Shoots from the baseline. Это глупый бросок был. Jump shot is good that time. Не понимаю, как он попал. Такую шляпу кинул вообще. Просто бред. Бросок. Risky shot there. Size-wise, I mean, he easily comes out on the short end of the stick, so to speak. With the nice high release, he had no problem getting it off and knocking it down. Back to Kobe. Коби? А почему Коби-то не попал? У нас Гришин опять фолит. Фол за фолом. Завтра стрим с утра. Нет, не должен. Пас, пас, ребят, пас. Оу. Зря ты не добавил, брат. Хороший фол. Вообще класс. Trying to power it down, but Drew Konjac, he'll head to the line. It's going to be on Kobe Bryant. Yeah, that's smart basketball. You foul and you nice. Send a very poor free throw shooter to the line. Touch Gibson. Yeah, I think that's just smart. I mean, especially the way he's been throwing it down, make him earn it at the stripe. Chamberlain's checked in for the West. No good on the second free throw. Even with the one miss, не, пора тебе, Макс, уже передохнуть, наверное. Right, ну, в плане кидать трешки, естественно. Эй, как же ему повезло. Ну, это просто вот лакер лакером вообще. Вот, вот этот вот мяч, это вообще факт. I agree, Clark. They need stops, and they can't afford any wasted possessions. Those inside shots are a really high percentage looks. Some good numbers for Iverson. Не знаю. He has 11 он попадет оба же. Yeah, что за режим? Team up называется. Вот, блин. Как его зассал? Он же уже выпадал из конца. One of the big stories has been the three ball. It's been a key part of their offense throughout the game. The other thing that jumps out to me is just the big number of assists they've had. The offensive efficiency. Еще Артурчик, Артурчик, покуха. The East making a switch. Anthony's checked in. Six on the shot clock. It's West with the drive. Fuck. And that's going to be out of bounds. 2 секунды, ребят. And they'll keep possession. Как там можно было заблочить? Я не понимаю. Но! For those just joining us, fourth quarter here, we're just наш over мяч, two наш, and a half наш, наш. Into it. West with the ball. He's picked up by Irving. Here's Bryant. Poked away. This quarter has not been his best. The defense may be starting to affect him a little bit. Oh, oh, and the jam by Anthony. Есть очков, блин, надо что-то делать, я не знаю, что делать. Пас, 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 Артурчик. Макс. Блин. Почему там, там никого не было рядом, почему Ди-то бросок, я не понимаю, это видели, там было написано Ди, рейтинг Ди, это не попадает такие, там такое ощущение, что с контеста шот был, никого там не было вообще, то ли пинг не отражает реальной ситуации на поле, я не знаю почему, почему он контест-то вдруг стал.
And two free throws coming up as he misses that one, drawing the whistle and a lot of contact there. Ну нормально, зато не забил легкие два очка. А у нас никто не хочет трясти арену, да? Excellent game. Дэв Брок, кстати, привет, что тебя не видел. 12 point. And he's come up with a couple of nice steals today too. Well, he's been playing a very energetic. Ой, нет, не, не, не. Через руки попал. Молодец, что. Дюрант был молодец. А это кто такой? Но он не должен попадать как-то надо. A free throw drops for Bell. And much more aggressive play has led to more free throw attempts for them here in the second half. You know, that's how you do it, Steve. I mean, defender pressing up on you, you press right back, get into him. Куда? Куда? Надо трешку кидать. Трешку, Вилт! Here's Chamberlain. Good D by Gasol. Последний шанс пропал. And these are the types of games where it's obvious one team clearly had the edge tonight. It's going to be a great win by a large margin for the East All-Stars. You know, it's tough to put your finger on the deciding factor in this one, but I'd say that the shooting accuracy made the difference. Shot quality and better overall shooting. Сюда, вот, вот, вот. Contributions from the role players on the team. And boy, what a game it was for Irving. Every time there was a big possession or big play, he was contributing in some manner. Just a great game for him. Here are the East All-Stars. They're on a 15-4 run. Passes it to Bell. Держи, держи, держи его, держи. Down low. Можно потереть как-то ему мяч. Это не вся команда держит, а он кидает со штрафным. Блин, ну бредятина, конечно, вообще. Не понимаю, как разработчики не понимают, насколько важна защита в игре. And that trip coming up empty, missing both. No. Anthony just giving him fits. He has 11 points, and he's also got one block to add to the mix today. Yeah, it's just a small part of what's been. А зачем нам двушки-то нужны? Я не пойму. Они нам как-то помогут выиграть? It's interesting. They're like a different team now. Suddenly, they've got energy. You know, it's not going to change anything though, other than to make their losing margin a little more respectable. And it's going to be a 3-second call. And here's Chamberlain. Into the lineup for the East All-Stars. Here's Durant. And foul called as he misses. He'll go to the line and shoot two. He hits the first one, and then brings them within single digits. And he is unable to get the second one. So the East All-Stars win it. They pulled off this win, Clark, with respectable performances on both ends of the floor. Yeah, I think it was just really a nice overall effort, Kevin. And that'll do it for Clark Kellogg, Steve Kerr, and Doris Burke. This is Kevin Harlan. Thanks for watching this presentation. Up. Вот так вот, друзья, продули. Ну что у нас тут? Давайте по статистике, может, пробежимся. Иванхо у нас попал 5 из 11. Коряк 8 из 10. Вообще молодец. Red White 5 из 13. Ну, там, соответственно, искусственный интеллект управлял. А у меня вообще, конечно, процент отвратительный. 4 из 12. Ужас вообще какой-то. Туши свет. Ну, там, конечно, были пару бросков совсем уже без тайминга, но это всего лишь пару бросков. Мистер Сплэш 10 из 18. Ну, он сегодня молодец. Хорошо играл Брайан там. Зато у меня 7 передач вообще-то есть. Подборов там было 4 аж целых, да. Так, Артур. 3 из 8. Макс 1 из 3. По передачам у Макса 4, у Артура 3. Хорошо. И НВ Маньяк. 2 передачи. 9 подборов. Молодец. 4 очка. Тоже хорошо сыграл. Ну вот как-то так. Вот эти герои.